Шейх Абу Сурака скидывал мне этот WhatsApp, сюда скинул он аудиозаписи этого. Есть один специалист от Ибн Набави, Абу Мааз из Джинды, где его пациент уже по советам Абу Сурака, в общем, по советам, который с коронавирусом, подтвержденным диагнозом Джинды больницы лежал, начал куст аль-хинди, лечение делать. Бахурницу поджигал, это куст аль-хинди, полоскал горло, нос и пил его три раза в день. Не помню, сколько он сказал, через несколько дней он говорит, аль-хамдулля, полностью восстановился, исцелился от этой болезни. И вообще, эта ситуация вообще людей очень сильно должна побудить вернуться к сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, потому что в природе не существует противовирусных препаратов, вирусных препаратов ни во время гриппа, ни во время ОРВИ и так далее. Если вы заходите вам в аптеку и говорите, дайте противовирусный препарат, именно доказанным лечебным эффектом таких препаратов нету. Все, что назначают, все, что пьют во время гриппа и так далее, это все, что связано с болезнью вокруг нее. Единственное, и какие-то иммуностимуляторы, вот это типа интерфероновый, там, фероновый ряд и так далее. А куст аль-хинди, и были исследования, если я не ошибаюсь, Мичиганского университета, если я сейчас не ошибаюсь, и тминное масло, альхамдулиллах, по милости Аллаха, у них есть противовирусный эффект. Куркумы есть этот противовирусный эффект. Говорят, у яблочного уксуса есть. Ну, в общем, суть в чем? Суть в том, чтобы во время этой болезни, особенно на начальных стадиях, не дать образоваться маленьким тромбам, маленьким микротромбам в легких. Образуются микротромбы, из-за этого, как бы, ну, в конце концов, человеку нечем дышать становится. Вот это имбирь, чеснок, лук, хуст аль-хинди, вот тминное масло, они очень хорошим эффектом обладают в этом случае.